Администрация Твери продолжает публиковать в социальных сетях ролики о героях Великой Отечественной войны. В пятом выпуске рубрики «Улица Победы» экскурсовод Алина Сергеева рассказывает историю партизанки-разведчицы Тамары Ильиной. Маленькая и скромная улочка в одном из районов нашего города. Улочка маленькая, а история у нее большая. Посвящена эта улица отважной девушке Тамаре Ильиной. Тамара Ильина родилась в Твери, в своем родном городе, который тогда назывался Калинин. Окончила здесь школу, в 1939 году поступила в Калининский педагогический институт на физико-математический факультет. Мечтала стать учительницей, но, увы, мечте не суждено было сбыться. Началась война. И вот студентка третьего курса, совсем еще молоденькая девушка, вступает во второй калининский партизанский отряд. Она сразу же полюбилась всем. Отряд выполнял различные задания. И одно из заданий станет последним для Тамары. Отряду было дано задание заминировать рельсы на железной дороге. Отряд задание выполнил, но на обратном пути их встретили гитлеровцы. Тамара Ильина отбивалась до последнего. У нее оставалось 3 гранаты. 2 она гневно бросила во врага, но одну зажала в руке и выдернула чеку. Похоронена Тамара Ильина в Псковской области в одной из деревень. В 1944 году Тамара Ильина посмертно была награждена медалью «Партизан Великой Отечественной войны первой степени». Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» особое внимание уделяется ремонту улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. В Твери 9 объектов улично-дорожной сети стали участниками акции «Улица Победы». Улица Тамары Ильиной в 2020 году будет отремонтирована по всей своей длине, которая составляет 1 километр 320 метров.